Здравствуйте. В эфире очередной выпуск передачи «Литературные четверги». С вами журналист и писатель Леонид Иванов. И гостем нашей передачи сегодня любезно согласилась стать Татьяна Потемкина. Добрый день. Читатели наверняка знают вас больше как Татьяна Королева. Ну, псевдоним. Да, литературный псевдоним. Да. Стоит ли раскрывать, почему именно от короля? Мне хотелось какую-то простую фамилию, как псевдоним. Ну, конечно, королевская фамилия, она совсем простая. Я одно время писала под Неверовой, но Неверова это вообще нехорошо. А когда я решила взять Королева, так просто и скромно, вы не поверите, домой позвонили и сказали, спросили, это квартира Королевых? Я поняла, что это знак, и мне нужно брать. Я серьезно говорю сейчас, это правда. Я решила, да, я буду под этим псевдонимом писать. Вы член Союза журналистов России. Королева это был и газетный псевдоним? Нет, я писала под своей фамилией. Ну, когда в номере бывает 2-3 материала. Ну, Николаева тогда. Нет, Татьяна Николаева по отчеству. Угу. Когда вы пришли в литературу? Что значит пришла? Ну, когда начала писать прозу. Стихи-то я знаю, что где-то с школьных лет. Стихи вообще с детства, с раннего. Мы ходили с родителями гулять и рифмовали. То есть у нас игра была такая. То есть мы гуляли и рифмовали. Это были самые простые со школы. В школе я уже активно стихи писала. А в юности начала писать прозу. Мне было интересно. То есть я параллельно писала и стихи, и уже рассказы, и зарисовки писала в университете, когда училась. То есть вот с тех пор очень много шлифовала, оттачивала, шлифовала. И вот с тех пор вот началось. То есть вы параллельно. Много-много лет... И прозу, да. И стихи. Прозу и стихи. Отца я хорошо знаю. Да. А мама кем работала? Мама инженер-геолог. Она заведующая лабораторией грунтов работала в главтеме нефтегазе, вот напротив сквера. Вот. Отец офицер, мать инженер. А откуда рифма? Ну, у меня, во-первых, родители оба любили литературу. И мама, и папа были очень начитанными людьми. И у нас всегда очень много читали. Я вот сумела и своему сыну тоже, у меня сын очень много читает. Поэтому вот эта любовь была с детства. Ну, сын не только читает, но и пишет. Он пишет. Он в Крапивинском был в школе, вот как называют. Ну, Крапивинская школа. Да. Вот сейчас Владислав Петрович уехал, но там все равно они проводят занятия, да. И у них, кстати, к счастью, есть сборники, выпускаются, и он уже не раз опубликован. Они каждый год делают. Да, они каждый год делают сборник. Так что он... Михаил Булатов руководит. Да, Миша Булатов, да. Поскольку мы говорим о стихах, может быть, почитаете нашим зрителям что-то уже начнем. Из своих сочинений? Ну, все начинается с детства, и чтобы не рассказывать о детстве, я лучше прочту стихотворение о детстве, и все сразу, в общем, станет понятно. Я напишу о детстве, только в прозе. Вот озеро передо мной лежит, жара, июль, безудержные грозы, и все в округе. Мне принадлежит. Леса без края, небо и покосы, клубника красным ждет меня в траве. Вот бабушка мне заплетает косы, мечты и сны теснятся в голове. Те годы столько света подарили, ведь детство — это счастье без причин. Сижу верхом на струганных перилах и радостно пою Санта-Лючия. Я в прозе напишу, чтоб все отметить. Смешно? Но это будет нелегко. А вы словами опишите ветер, цвета зари, парное молоко. Словами передайте всю беспечность, тьму, омут, где однажды шла ко дну природы. Опишите бесконечность, полуденного неба глубину. Да что слова? Внимаю, ощущаю, благодарю. Как перышко легка. Сегодня я безмолвно причащаюсь алмазной водой из родника. Это мое детство. Вы учились в Уральском университете? Нет, я училась в нашем университете. На факультете романо-германской филологии, французский язык и литература. Вот откуда у вас тяготение к Франции, да. К Парижу, да. В своих книгах? Да. Сколько раз довелось побывать в Париже? Много. И во Франции, и в Париже. Ну, это такой свой параллельный мир, куда
очень хорошо сбегать иногда и там набираться творчества, набираться энергии, набираться какого-то положительных эмоций. Вот я объехал несколько десятков стран, был во Франции, но в Париж не довелось заехать. Это действительно город, который надо увидеть, и можно умереть. Да умирать не надо. Дело в том, что у каждого свой Париж. И мы недавно встречались с одноклассниками. Один одноклассник сказал, он был в Париже. Что, это грязный, какой невозможный город. То есть, вот кто как увидит. Вы можете увидеть его таким и другим. Я не знаю, каким он будет для вас. Но Париж – это праздник, который всегда с тобой. Когда вы последний раз были? В 15-м. В прошлом году я в Ницце была, в 15-м году я была в Париже. Я думаю, с 15-го года он сильно изменился из-за мигрантов. Да, уже в 15-м. Так вся Франция, не только Париж. Это да, это правда. Давайте мы еще к стихам вернемся. Что навеяно Парижем? Парижем? Ну вот, например... Кроме прозы. Да-да-да, естественно, стихи, сейчас. Так, как же начинается-то? А вот к Парижу я не была готова. Давайте я про осень прочту стихотворение, давайте, а потом давайте. Вспомню про Париж одно, потому что там они очень-очень лиричные. Вот. А поскольку сейчас осень, ну, немножко такое грустное, ну, под погоду, может быть. Полмесяца она была унылой, на город опустив сомнений тень. Зато сегодня... Осень подарила щемяще светлый, бесподобный день. Невольно я деревьям улыбалась, шепча, быть может, глупые слова. Я осени как другу доверялась. Она кивала. Жаль, но ты права. Она меня неслышно приласкала, прошелестела тихо. Позабудь. И ветерком мне слезы осушала, ковром бесценным устилала путь. Была я тем счастливей, чем печальней, выдыхала осень, растворялась в ней. Ты все мне объяснил своим молчанием, так объяснил, что некуда из ней. А пока читала, я вспомнила Париж, потому что я же говорю, это параллельная реальность. Итак, Париж. Ах, Париж, к тебе всегда стремилась, мой далекий, близкий мой Париж. В этом что-то странное таилось, но такое разве объяснишь? Я язык французский изучала, лексику твердила по слогам, как молитву строго повторяла «Лювра, Сакре-Кёр и Нотр-Дам». Но сошлись однажды все дороги, многолетняя утихла боль. С трепетом, надеждой и тревогой я шагнула с трапа Шарль-де-Голь. Город мой, я здесь и умолкаю, ни мечты, ни слезы не тая. Что со мною станется, не знаю. Я твоя, Париж, теперь твоя. Вы говорите, стихи очень личные. Но это же все равно ваш литературный герой. Хотя да, мы все пишущие... Через себя. Да, через свое сердце пропускаем, открываем душу даже через своих героев, героев своих произведений. Но там все равно есть частичка каждого из авторов. И надо иметь смелость, такие вот, как вы говорите, лично вот, вынести на суд публики. Ну вот, раз уж у нас здесь рояль в кустах, может быть, тогда и... Может быть, тогда давайте. И... Личное. С элементами личного. Ну, я не буду говорить, что музыка народная, музыка тоже моя. Сейчас мы попробуем это сделать. Все в прошлом то ли было, то ли нет. Где явь, а где мираж теперь, неважно. Но между нами появился свет. И он к тебе вернется не однажды. Я буду сном мерцающей звездой, летящим снегом, болью струн гитарных, звенящим смехом неба синевой, мечтой, что душу трогает коварно.
по мостовым я стану проходить. Невидимо, неузнанно, незримо, и ты себя не сможешь убедить, что я смотрю не на тебя, а мимо. Ты там живи, где счастье и покой, а сердце ничего не забывает. Издалека я говорю с тобой, случайного под небом не бывает. Издалека я говорю с тобой, случайного под небом. Поскольку инструмент в руках, можно продолжить? Нет, давайте я без инструмента продолжу. Все-таки это литературная гостиная. Но сначала было слово. Да, сначала было слово. Вы только сама пишете? Или кто-то из композиторов сочиняет музыку к вашим стихам? Ну, есть наши некоторые музыка, то есть вот это мой вариант. Есть вот, я читала вот полмесяца, она была унылой, вот на эту песню, на осеннюю, вернее, есть музыка, то есть другого человека, который написал. Ну, у меня не так много песен, это вот пришлось к душе, и я написала, вот в смысле, слова легли на музыку. Ну, это не всегда так бывает. У Ольги Ашгибесовой несколько песен, которые написала профессор Чернышова. Ну, там у нее еще есть и другие композиторы. Из одной моей песни танго делали, вот «Санрайз» пел, ансамбль наш «Санрайз», они сделали танго из нее. Да, по-моему, чуть ли не из этой, которую я сейчас пела, они сделали это в ритме танго, так интересно получилось. Я хочу пошутить, я думал, что они только мычат, потому что у них есть такие, исполняют мелодии, где одно мычание, никаких слов. Я еще по этому поводу шутил, что слова бы записать. По крайней мере, на книге года, вот они уже несколько раз принимали участие в церемонии награждения победителей, и там у них не песни, а мелодии. Угу. Я не знал, что в их репертуаре есть песни на ваши слова. Ну, одна, вот это точно, вот эта, которую я сейчас пела. Угу. Еще что-нибудь почитай. Давайте. Ну, вот у меня есть стихотворение, не то чтобы оно программное, но мне хотелось написать такую философскую вещь. Сейчас поймете. И был конкурс про Россию, и я очень долго вынашивала, однажды просто, я ждала, пока это все уляжется само, и однажды пришла просто домой, села и минут за 40 написала, я говорю, ну вы поймете сейчас, почему программная, она называется «Россия. Чудо жизни». Нам снова повторяют, будто здесь мы должны страдать, должны нести свой крест, а жизнь, она как сказка, словно песня, которая разносится окрест. Так для чего на землю мы приходим? Познать себя, других, пройти свой путь? Березы в белоствольном хороводе, на ветерке колышутся чуть-чуть. Все гармонично, свято природы. Леса и луг, ромашки, простота. Так почему в любое время года о жизни говорим, она не та? Там зло живет, давайте с ним бороться. Предательство опять же расцвело. Да полно нам за что-то воздается, а может быть, в ответ на наше зло. Того казним, того осудим строго, преступник, от него клубок проблем. Но вспомните, что мы равны у Бога, и солнце, как известно, светит всем. Дыши, живи, довольно суетиться, и растворяйся в небо синеве. Смотри, свой путь вычерчивают птицы. Пройдись легко по утренней траве. Люби сейчас, люби весь мир, все звезды, ни мига не оставив на потом. Что завтра? Может, завтра будет поздно? А испытания? Ими мы растем. Потоком мысли у людей несутся. За что мне? Почему? Ты выбирай. Спасись, и тысячи вокруг спасутся. Зачем тогда искать загробный рай? Вот здесь, сейчас творится жизни чудо. Улыбка чья-то,
жест, руки тепло. Все так, как надо. Просто, ниоткуда. Невыразимо искренне, светло. Такое стихотворение. Татьяна Николаевна, а как вы относитесь к стихам других авторов, которые свою любовь к родине выражают так открыто? Ах, моя любимая Россия, и вот в таком духе. Ну, тут надо знать конкретно, о каком авторе идет речь. Но мне вот очень нравятся стихи Романаха Романа. У него необыкновенный язык, вот после Пушкина. Если вот наш современник, он в скиту Ветрова живет. Потрясающие образы. И вот как он пишет, там не всегда у него ах, скорее нет. Но вот мне нравится, как пишет. А здесь надо говорить в каждом конкретном случае. Писали же раньше, вот откуда начинается Россия, с Курил Камчатки, Лес Командору. Красивые же, красивые песни, красивые слова. Поэтому, смотря в каком смысле ах, но это ведь не ах, то, что я прочитала здесь. Ну, это может быть в каком-то таком приподнятом настроении, а может быть, это то, к чему хотелось бы стремиться, но всякое бывает в жизни. Но все равно она дана как чудо, я так считаю, потому что кому-то не дана. Я этим вопросом подвожу к недавно изданному сборнику. Мне где-то месяц назад подарили к столетию Комсомола, который издан. И там тоже есть ваши стихи. Ну вот этот вот, «Негаснущий огонь души». Да. А вы знаете, давайте здесь... Давайте покажем. А, пожалуйста, да. Вот «Негаснущий огонь души» – это ленинский округ, потому что была сначала толстая книга, которую вот презентовали в библиотеке. Сергей Козлов, который редактировал. Да. А здесь это авторы из ленинского округа почему-то. Вот. Ну хорошо, ее издали. А, но здесь, вы понимаете, здесь не только патриотические стихи, здесь много лирики. То есть это не то, что мы писали, ах, там, вперед, давай, там, нефть, газ, родине, это не об этом. Это лирический такой сборник. И я даже, ну вот то, что я читала примерно, оно вот тоже там есть. Я один из авторов вот этого сборника. Такие дела. Ну, уже вот кроме этого коллективного сборника, вы еще в нескольких коллективных сборниках принимали участие. Поэтических? Да. Да, да. Был такой сборник «На ветрах трех поколений», там тоже. Ну и в газетах печатали, как-то всегда. Но у меня индивидуальных сборников стихов нет. Вот проза, это вот третья книга, «Капля правды перевесит». Это вот здесь две повести и рассказы. Это третья книга. Она вышла в конце 2018 года, то есть это новенькая книжечка, считайте. Поскольку перешли к прозе, три книжки, вот это несколько выделяется, я бы так сказал, по манере изложения. Дневниковая запись. Угу. Ну, первая повесть. Вот, труднее или легче писать вот, в виде дневника? Ну, дело в том, что у меня и вторая повесть написана от первого лица. Ну, хотя от первого там, лица, да, это да, но здесь вот именно дневник. Ну, во-первых, знаете, во-первых, каждый, не буду говорить, что пятый, но десятый, я думаю, что человек ведет дневник. И поэтому те люди, которые ведут дневник, они очень хорошо поймут. И у меня такое чувство, что возникает больше доверия, когда это дневник, то есть что человек не солжет в этом. Когда я описываю кого-то и, в принципе, выдумываю кого-то, то есть какие-то шансы, что в чем-то я буду нечестна. А когда я беру, например, за основу или за часть основы настоящие записи существующего человека, где бы там он ни жил, в какой стране или в каком городе, то у меня такое чувство, что доверия все-таки больше. То есть человек обращается напрямую, и какие-то вещи могут... Тут, может быть, не точное слово «проститься», но больше быть поняты, потому что она пишет для себя. Хотя многие, в смысле писатели, часто применяют, да? Ну, частично, может быть, дневники, то есть форму дневников в произведениях. Но я так подумала, что вот это будет более чисто, что ли, более правдиво, если вот так будет. Ну, у меня тоже есть несколько рассказов от первого лица, хотя это... Абсолютно все от строчки до строчки вымысел, не основанный ни на каких реальных событиях. Но тут надо иметь еще больше смелости, потому что читатели считают, что это вот ты. Да. Тем самым подлецом, например, имени которого ты повествуешь. Да, читатели отождествляют некоторые, да.
Я всегда говорю, что, пожалуйста, а вот там как? Но, между прочим, вот интересно, что у меня вот там героиня Марина, вот в первой, второй книге, вот, и пишут они в отзывах, интересно, напишите, как сложилась судьба Марины, там, я полюбила ее всем сердцем, то есть они как будто, с одной стороны, понимают, что это произведение, а с другой стороны, они как будто в жизнь уже ее перенесли, эту Марину, им интересно, а что же дальше с ней произошло, как сложилась ее судьба, вот это да, интересно. И читая эту книжку, они думают, вот, Вадим ведь, да, там, герой, а как это он, вот, с семьей-то все-таки. И кто это из героев? Наш общий знакомый или кто-то другой? Ну, там же она живет в другом городе, она живет в Екатеринбурге, поэтому на Тюмень не надо примерять, наш ли это знакомый. Ну, переселить-то легко героев куда угодно. Да. Так же, как и ваша героиня, которая в Париж к возлюбленному ездила. Ну, да, да, да. И сразу подмывает такой... А кто был прототипом той героини, которая ездила в Париж? Нет, я не прошу отвечать. Я просто хочу сказать, этого я вам, конечно, не скажу, я просто хотела сказать, что те впечатления, которые касаются описания Парижа, они, конечно, личные. Некоторые пишут, ну, в интернете берут информацию о какой-то стране, описывают. Я бы так не смогла, честно говоря. Мне надо было окунуться в эту атмосферу, прочувствовать ее, проходить, пройти по этим улицам. Тогда я только смогла вот написать. То есть, что касается вот Парижа, описания Парижа, то это, естественно, настоящее, не вымышленное. Вот. Да, основной язык у вас был французский, когда вы изучали? Да, второй немецкий. Ну, я не любила его никогда, я зазубрила, конечно, эти времена глаголов. Но помню, что «Die Führung der Partei der DDR», ну, там, из десоциалистишан Einheitspartei Deutschland. Поняли, да, пропорцию? Нет, я тоже кандидатский минимум сдавал на немецкий язык. То есть что-то я, конечно, помню даже в стихах, но я не любила никогда немецкий, а французский любила всегда. Ну, знаете, даже не любила, вот, когда ситуация заставит вспомнить. Вот мы были на Бали, и из России не было никого больше в отеле. В основном были немцы. Куда деваться, пришлось вспоминать этот язык, который изучал в школе, в институте, да, кандидатский минимум сдавал. Чего? Когда нет практики, он где-то в запасниках. Я его всегда держу в активе французский. Я пишу свободно на французском. И у меня друзья есть, я по скайпу говорю на французском во Франции, поэтому у меня он все время в активе. Он уже настолько наработан, что я его сейчас уже не забуду. Ну и в любом языке практика должна быть. Да, практика обязательно должна быть. Но я также и пишу легко, как говорю, на французском. На французском стихи не пробовали писать? На французском? Нет, нет, я пробовала, но я понимала, что они далеки от того, что на самом деле можно. Все-таки это другое несколько. Вот у меня есть знакомый там в Париже, он переводчик литературный. Но это то же самое, чтобы техническим переводчиком, это одна сфера. Ну, да. Литературным это другая. Я не захотела, то есть я не в совершенстве владею им. Хотя, конечно, я писала стихи и песни там на французском. Я опять же не просто так задаю вопросы. У нас в Тюмени есть автор, который пишет на французском языке. У меня две книжки уже изданы. Да? Я познакомлюсь с удовольствием. Я потом дам телефон. Да, спасибо. Перейдем к стихам. Опять к стихам. Да. А я думала, что можно что-то. Ну, да. Ну просто прозу. Я не буду, конечно, читать главу, но немножечко. Вот, чтобы понятно было, о чем. Это «Живущий под кровом Всевышнего», ближе к финалу. Чтобы вы поняли примерно, о чем. Вы много раз слышали и читали. Бог есть любовь. Это правда? Для вас правда? Может быть, тогда верно и обратно? Любовь есть Бог? Сколько нужно пройти, чтобы отыскать дорогу к себе, к своей душе? Порой любящий и сострадающий человек обретает себя, когда устанет ночью ждать рассвета, когда за болью и потерь наступает отчаяние. Кажется, вот она, последняя черта, и ты уже ничего не можешь. Ничего. Тогда неважно, верующий ты или нет, с губ то ли криком, то ли шепотом срывается. Господи, да будет воля твоя. Истина может оказаться на удивление простой. Путь к ней нелегок. Нелегок. Правда иногда достается дорогой ценой. Если она важна для тебя, ты заплатишь любую цену. Если нет, примиришься с действительностью. Пройдя испытание, мы научаемся видеть свет и понимаем, что мир наполнен любовью. То есть это книга о любви человеческой, божественной, всякой.
А надо ли обожествлять возлюбленного? Возлюбленного нет, не надо, ни в коем случае. Нет, ни к чему хорошему это не приведет. Я по опыту разделяю. Ну, с прозой мы завершили. У нас еще осталось несколько минут. Давайте все. С удовольствием. Ну, давайте. Ну, ничего, что оно будет майское. Да какая разница? Я однажды рискнула просто написать стихотворение «Пел соловей». У нас же не газета, что сегодняшние новости надо. А пел соловей. А май царил, блистателен июн, сирени хор и грозы обещая. Свистел тихонько маленький пивун, ни суеты, ни бед не замечая. Пел соловей, и вдали звал солист, туда, где свет, где звук разбудит душу, так мал и хрупок, так велик и чист. Нес вести миру, что готов был слушать. И в самый мрачный предрассветный час, когда от дум темно, когда не спится, он пел, не уставая пел для нас, и обещал, что все еще случится. Настал момент рождения мечты, аккордом солнце диск и птицы пение, чьи трели неизменны и просты, как свет зари и как благословение. Такое стихотворение. Еще осталось у нас несколько минут. Осталось еще несколько. Прямо много. Вот. Ну и тогда еще одно стихотворение. Это уже накануне Ивана Купала. Оно называется. Вы знаете, что накануне Ивана Купала ходит босиком по траве. Ну, чтобы весь год быть здоровым. Знаете, да? Не знаете? Нет, я знаю, что купаются голыми. Нет, насчет купаются голыми ничего не могу сказать. А вот по траве ходит босиком, да. Итак, об этом. Не подвластна канону молве. Накануне Ивана Купала я гуляла по росной траве и ладони к цветам опускала. Мне дарили они чистоту, были ноги босые, прохладно. Открывала, как травы растут, и себя ощущала я ладной. Тишина говорила со мной, значит, небу так было угодно. Я себя узнавала живой, словно миг, словно счастье свободное. Песен больше не будет? Да я думаю, что они длинные песни. Ну, давайте тогда начинал еще песню. И... А, еще песню? Да. Но... И попрощаемся с нашими зрителями. Ну, она длинная. Встречи. У нас хватит времени. Ну, тогда она более-менее... Это тот редкий случай, когда... Ну, не то, что патриотическая. Я написала гимн спасателей. То есть я посвятила эту песню тоже слова и музыка мои. Тюменской областной службе экстренного реагирования. Вот. И разгимн, он исполняется вот от имени, собственно, спасателей. Не сложить нам стихов о работе своей. Нету времени, нет и охоты выручать из беды беззащитных людей. Разве может быть это работы? Что спасатель тебе приготовит судьба, вряд ли лавры, скорей испытания. Кто-то верно сказал, жизнь всего лишь борьба, ну а гибель за гранью сознания. Нам бы очень хотелось всегда успевать в предпоследнюю даже минуту, но бывает порой нелегко понимать то, что мы не успели кому-то. Есть поэтому цель запредельно проста, до живых добираться с победой. Жаль, что чья-то погаснет до срока звезда, и спасатели молча уедут. Нам уже не до слов, не до умных идей. Снова вызов ждет помощи кто-то. Но спасать и спасать беззащитных людей, разве может быть это работой? Песню ту, что уже начинает звучать, мы потом допоем не по нотам. А сейчас мы уходим кого-то спасать. Что поделать? Такая работа. Песню ту, что уже начинает звучать, мы потом допоем не по нотам. А сейчас мы уходим кого-то спасать.
Что поделать? Такая работа. Так. Спасибо, Татьяна Николаевна. Желаю, чтобы никогда не надо было обращаться к спасателям, чтобы все было хорошо у вас и у наших зрителей. Спасибо, что вы были с нами. Творческих вам успехов. Благодарю. До свидания. Всего доброго.